В Смольном вручили почетный знак за милосердие среди награжденных и представителей Пушкинского района. Этот знак вручают по профессиональному признаку. Номинант должен помогать бездомным и малоимущим, пропагандировать здоровый образ жизни или работать с трудными детьми, то есть проявлять себя в социальной сфере. Это удивительные люди. Каждый из вас здесь сидящих, те, кто 312 человек был уже награжден. В этом году власти отметили заслуги 39 петербуржцев. Среди них и Татьяна Тверезовская, специалист по социальной работе отдела социальной помощи лицам без определенного места жительства Пушкинского района. За милосердие жителей северной столицы награждают с 2004 года. Почетный знак уже получили 313 петербуржцев.